Ман-Сити не устраивает условия покупки Зинченко Бетисом. Александр Зинченко намерен обсудить свой переход с Пепом Гвардиолой. Руководство Манчестер-Сити не готово согласиться на условия Бетиса, согласно которым испанский клуб хочет арендовать украинского полузащитника Александра Зинченко с опцией выкупа 80% прав на него за 12 миллионов евро. Горожане в свою очередь хотят сразу продать украинца за 17,5 миллионов. По информации из Стадио Депортиво, сам Зинченко хочет обсудить сложившуюся ситуацию с главным тренером Пепом Гвардиолой, который недавно высоко оценил старания украинца на тренировках. Посмотрим, что будет в конце месяца, но пока он тренируется с нами. Для него это непростая ситуация, но я впечатлен его работой, сказал Гвардиола. Ранее сообщалось, что Зинченко попросил руководство Манчестер-Сити отпустить его в Бетис. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта newsgra.com.